Стоимость коммунальных услуг в 2017 году возрастет меньше, чем на 4%. Ежегодно правительство России утверждает индексы роста совокупной платы за коммунальные услуги. В этот раз показатель для нашего региона ниже среднего. Совокупная плата рассчитывается за все виды коммунальных услуг – газ, холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию, водоотведение. В среднем по региону она не должна превысить 3,8%. Максимально по решению губернатора – 6%. По прогнозу Минэкономразвития на 2017 год такие услуги, как газ и электроснабжение, вырастут в цене на 4,5% соответственно. Это устанавливает Федерация. Значит, регион, чтобы уместиться в индекс, должен сдержать рост тарифов на воду и тепловую энергию. Все тарифные решения будут приняты до конца года. Цифры в платежках увеличатся в июле. В 2017 году, опять же, при среднем темпах роста в целом по Российской Федерации на уровне 4%, для Ивановской области рост платы определен 3,8%, что ниже среднего показателя по стране. Если мы обратимся к постановлению правительства и посмотрим, например, Владимирскую область, то рост составляет 4% на 2017 год. По Костромской области 3,7%, по Ярославской области 4,9%.